1000 обращений поступило в Центр управления всемирными играми кочевников в минувшие дни. Это колл-центр, куда могут обращаться участники игр при возникновении организационных вопросов. Подробности и у моей коллеги Гульдана Калеб. Алло, Центр управления игр. Так, ваши данные скажите, пожалуйста. Ежедневно в Центр управления играми поступает около 100 звонков с жалобами на здоровье, в основном на ушибы и растяжения. Оператор немедленно направляет медицинскую бригаду. К счастью, пациентов с тяжелыми травмами нет, говорит кризис-менеджер центра Желиухан Примков. На сегодняшний день у нас по городу по этим мероприятиям распределены 150 медицинских работников, врачей и медсестер. И наш центр управления игр стекает все данные, все по медицинскому обращению в медицинские пункты, которые расположены в гостиницах и местах проведения игр. Обращаются в центр и по вопросам движения городского транспорта, организации питания. Быстро реагировать на возникшие проблемы в центре помогают 15 представителей госорганов. И еще 10 сотрудников распределяют звонки и передают ответственным лицам. Дозвониться в центр можно по короткому номеру 1355. Его достаточно легко запомнить. Кроме того, он указан на обратной стороне бейджа. Кстати, их выдали каждому аккредитованному участнику всемирных игр, а таких около 15 тысяч человек. За моей спиной находится монитор, который способен вывести картинку с 2400 камер, расположенных в нашем городе. То есть мы их все адаптировали. Это существовавшие до игр еще, естественно, видеокамеры. А начиная с, мы видим своих гостей, начиная с аэропорта, в общественных зонах гостиниц, где они живут. Мы видим их в своих точках питания. Естественно, мы их видим на наших спортивных сооружениях и так далее. То есть мы видим все события, которые происходят в нашем проекте. Центр управления играми начал работать в круглосуточном режиме еще неделю назад. Функционировать будет до 14 сентября. Гульдана Халенджи, Архнур Ден, 24 КИЗ.